Вы знаете, я действительно не знаю. Я была знакома с Борисом, но как бы, вообще то, что произошло, это ужасно. Ужасно, знаете, в каком ключе? У меня всегда вот такая своя личная позиция человеческая. Она заключается в том, что вот жизнь человеку дарована от Бога. Родители являются проводниками этого высшего разума, высшего создания. И, на мой взгляд, только Бог должен решать, когда забирать человека из жизни и при каких обстоятельствах. Но это не должны делать люди с помощью оружия, тем более. Поэтому как-то так. Ну, а что касается моего окошечка там в машине, ну да, было очень неприятно, потому что, ну, как бы, я понимаю, что просто хотели гады сделать, досадить, сделать мне больно, неприятно. Именно специально вот обстреляно было окошечко, где я езжу на первом сиденье, то есть это делали люди, которые там знают. Если бы хотели угнать машину, наверное, разбили бы окно водителя и спокойно бы это сделали. Сейчас все это делается легко. Ну, знаете, я считаю, что так, вот это все случилось в день прощенного воскресенья, как ни странно. Так же, как и ограбление в моем доме 1,5 года назад, люди осмелились совершить с разбойным нападением в день вербного воскресенья. Ну, знаете, я не знаю, что сказать, но я, в общем, за окошко и стекло машины уже всех простила.